Сегодня в стране отмечают День ВДВ. Воздушно-десантным войскам России исполнился 91 год. В разных регионах крылатая пехота проводит показательные выступления и выставки военной техники. Центр торжеств, разумеется, Рязань, где учат родину защищать до последней капли крови. В Чебоксарах мероприятия, посвященные памятной дате, сосредоточились в мемориальном парке «Победа». Десантники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к вечному огню у монумента славы. Также к памятникам воинам-интернационалистам. После торжественной церемонии прозвучала инициатива установить в республиканской столице памятник дяде Васе. Так в воздушных десантных войсках называют героя Советского Союза Василия Маргелова. Его имя носит Рязанское училище ВДВ. И уже сейчас обсуждают вопрос, где именно будет установлен памятник. Рассматриваются два варианта – территория кадетской школы и мемориальный комплекс «Победа». Это история нашей страны, это история доблести ребят, которые отдали свои жизни. И тот характер, который, наверное, есть, да, у ВДВшников, да, или у десантников, это все сформировалось с того далекого 79-го года. То есть была война, Великая Отечественная война, да, и была война в Афганистане, которая сформировала поколение. Нам очень важно помнить историю нашей страны, рассказывать ее нашим детям и гордиться своими отцами, так же, как мы гордимся своими дедушками, да, всеми, кто защищал нашу страну, и через это формировать и чувство любви к своей родине.